Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Многим новичкам непонятно, где находится лендинг-пейдж, как создать уникальную ссылку и где находятся их ссылки для приглашения. Вот мне люди пишут, как сделать лендинг, где его увидеть, и поэтому я записываю для вас такое видео. Ваши ссылки для приглашения находятся в разделе «Рекламные материалы» и в выпадающем окне «Ссылки для приглашения». Вот ваша реферальная ссылка. Она у вас всегда в кабинете. Она бесплатная. Чтобы скопировать ссылку, надо нажать вот на этот значок. Уникальные ссылки. Вы можете создать одну уникальную ссылку после оказания финансовой помощи бесплатно на один год. Через год она будет стоить, продление ссылки будет стоить $5. У меня несколько уникальных ссылок, и я их отслеживаю в статистике. Например, эта ссылочка у меня в Фейсбуке, эта ссылочка у меня в ВКонтакте, это у меня ссылочка в Одноклассниках, эта ссылочка на каких-то рекламных площадках. И их можно отслеживать у себя в статистике. Дальше. Лендинг пейдж находится в разделе «Услуги». Нажимаем «Лендинг пейдж». Ваш активный лендинг пейдж. Это хороший инструмент на 8 языках. Вот как его можно посмотреть. Его можно скопировать. Вставить в адресную строку. Вставить. Вот он загрузился на разных языках. Английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский и китайский. И можете смотреть лендинг пейдж, калькулятор доходов мне очень нравится здесь. Вот рассчитать можно, поиграть с количеством будущих приглашенных и личный доход посмотреть. В лендинг пейдж вы можете привязать свою уникальную ссылку. Вот давайте это сделаем. Привязать выбранные ссылки к лендинг пейдж. Все, я понял. Я продолжить работу. Вот эта ссылочка у меня должна теперь вести на лендинг пейдж. Лендинг у вас активен бесплатно на один месяц, далее платно. Лучше оплачивать его на год сразу. Получается $24 на один год. И в месяц получается у вас всего $2. Что очень выгодно. Всем пока!